Калининградским областным судом рассмотрено дело о жестоком убийстве ребенка в Славском районе. Суд установил, что осенью прошлого года к жителю поселка Тимирязева приехала его знакомая с годовалым ребенком. Взрослые распивали спиртные напитки. Когда вечером женщина уснула, ребенок начал плакать. Будучи раздраженным плачем полуторагодовалого сына своей знакомой, которая приехала к нему в гости и заснула, вывел мальчика на лестничную площадку, где несколько раз ударил головой о деревянной ступени лестницы. Затем он нанес множество ударов по голове и телу ребенка, в том числе слесарным молотком. Мужчина, желая скрыть следы совершенного преступления, перенес тело ребенка на чердачное помещение, где спрятал. В суде мужчина не признал свою вину. Несмотря на эту позицию, следователям удалось собрать достаточно доказательств, на основании которых суд сделал однозначный вывод о виновности мужчины. Его действия квалифицированы как убийство малолетнего. Приговором Калининградского областного суда виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, отбывать которое постановлено в колонии строгого режима. После отбытия основного наказания он еще 1,5 года будет ограничен в свободе. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, в пользу отца погибшего мальчика суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.